стык столешницы и фартука. Решающий момент, который определит, дорого или дешево будет выглядеть ваша кухня. Пристенные бортики уже давно символ безвкусицы, да и функционал у него сомнительный. Резинка-уплотнитель быстро приходит в негодность, и под нее начинает забиваться всякая грязь. Мало того, что выглядит некрасиво и дешево, так еще и очень негигиенично. В чем же секрет идеального стыка? Необходимо просто поменять порядок монтажа местами. Сначала устанавливается кухня со столешницей, а поверх нее фартук. Это может быть плитка, керамогранит, стеновые панели. Важно оставить зазор в несколько миллиметров для того, чтобы туда мог проникнуть герметик и стык был максимально изолирован. А для тех, кто герметикам не доверяет, можно сделать примыкание через маленький раскладочный уголок для плитки. Лучше выбирать самые минималистичные варианты из металла, а цвет в зависимости от вашего дизайна и цвета фурнитуры.